22 ноября 2021 год. Мордовия. Атюрево. Приехали с Диманычем на родник. Самая вкусная вода, говорит. Сейчас я поснимаю, помогу тебе с водой. Обустроен так. Порядочно. Посмотрим, что у них тут есть. А, Диманыч, он говорит, искупаться обязательно надо на этом роднике, раз уж приехал. А мне что-то после трудового дня нету желания. Так. Вот такого я такие надписи первый раз вижу. Для братьев. Сестринская. Вот так вот. Чего тут? Не видно, наверное, на камеру. Так, часовня воздвигнута в память Дажиной Ольги Андреевны, зампредседателя, староста приходского совета Покровской церкви, село Атюрево, с 1991 по 2009 год. Однако, все, тут башенки с подсветочкой. Интересно, такого еще мне не попадалось. Здесь сам родник. Икона Серафима Саровского, по-моему. Все часовня построена и освящена 12.01.10 в честь преподобного Серафима Саровского. Колодчик такой. И вот этого я точно никогда не видел. Все здесь он с электричеством. Свет. И насос. Вкл-выкл. Сейчас будем качать. Ковшечек, все дела. Форточкой, то есть. Здрасте. Ну, достойно, достойно. Он Диман еще несет тару. Сейчас затаримся. Не, купаться не буду, даже не уговаривай. О, хотя здесь грех не искупаться. Темно здесь, правда? Ну, а здесь тоже свет есть. Ух ты, нормально кто-то вложился. Так и манит. Не знаю, наверное, не решусь. Ах, не хочется. А может, решусь. Ладно, пойдем пока водичку набирать. Пойдем пока водичку наберем. Ну-ка, испытаем. А, надо держать. Держишь, вода идет. Хитро сделали, чтобы кто-нибудь не забыл и всю воду не перекачал. Какие интересные здесь картины. Серафим держит двоеперстие, а крестится все щепотью. Почему? Отдельный вопрос. О, все. Канистра готова. Крышечка. Да. Одна есть. Бутылечек. Ну вообще, ну видел я всякие родники, конечно, но такой первый раз. Чтобы вот так вот прям с насосом. Интересно. Ну, 5 секунд, бутыль готова. Надо шланг вытаскивать, иначе он обратно забирает.
Ладно, короче, будем набирать. Такой тройничок. Приятно меня это все удивило.